Не исключено, что лучше подготовиться к ЕГЭ поможет оригинальный метод, предложенный в одном из столичных лицеев. Исторические факты и события учитель изложил понятным для подростков языком рэпа. Как все вышло, об этом Константин Панюшкин. Скажу, инфа 100% тем, кто будет отвечать, оценку поставлю. Он бы вполне мог надиктовать ученикам десяток страниц конспекта при полной тишине в классе, как ему самому наговаривали когда-то учителя. Но вместо этого историк Василий Кузнецов предложил, что называется, пошуметь. Ваня собрал первый земский собор. Ваня был настоящий царь, а не тушинский вор. О нем мы поговорим после небольшой перемены. Ну а пока отдыхайте все. 15 минут до следующей темы. Рау! Знакомый с детства по школьным песням музыки Шаинского, учитель лицея при высшей школе экономики предпочел минусовку американского рэпера Эминема. После 6 часов репетиций педагога хватило на полпары фристайла по курсу истории с 15 века и до начала смуты. Какой вызов может взять на себя препод, чтобы ребята, так сказать, вовлеклись в то, какие вызовы я перед ними ставлю? Они все фанаты. Хотите проверить? Оксимирон? Хотите еще? Фаралох? Ему самому всего 26, так что многие из музыкальных кумиров те же, что у школьников. Вот они на его страничке в социальной сети. Здесь же в личных сообщениях ученики с учителем обсуждают домашнее задание. И именно на своей странице посреди ночи, а не в школьном классе, Василий Кузнецов на днях опубликовал условия рэп-пари. Была запись ВКонтакте, и учитель сказал, что если вы хорошо выполните домашнее задание и наберете на записи 1000 лайков, то тогда я проведу вам рэп-лекцию. 1,5 десятка учеников собирали лайки по всему Рунету. Менее чем за сутки набрали 1000, сегодня уже больше 1500. Самый страшный московский погром. Царь себя вел так, что было стыдно потом. Он перебил почти пол Москвы. Как же мы, спросите, выжили-то все? Школьники транслировали урок в прямом эфире в сети с помощью мобильного телефона. Даже директор лицея узнал об учительском эксперименте из интернета. Если бы Василий Иванович читал рэп каждый урок, я бы возражал. А вот так периодически в такой необычной форме представить материал, мне кажется, это хорошо и интересно. Но в интернете историка уже успели раскритиковать, мол, кроссворды и те полезнее рэп-урока. Впрочем, это все пишут злые языки, хейтеры, говоря языком подростков. Пришел протопоп Сильвестр и говорит, Ваня, нельзя. Нельзя. Самое крутое в этом то, что у него расстегнуты манжеты, и он так, видно, что он готовился, что он переживал, но... Баста в своей московской студии слушает урок, конечно, не без иронии, но соглашается, 45 минут фристайла – это серьезное испытание даже для опытного артиста. Да и будь у него в школьные годы такой историк, наверняка не обошлось бы без рэп-баттлов прямо во время уроков. Круто, что он это сделал, что он в этом есть своя такая милая составляющая. Мне кажется, что людям, которые находились в этот момент в аудитории, было... интересно за ним наблюдать. Подача материала, она совершенно другая, и мы усваиваем легко все. Поэтому всем нравится, родители довольны, мы довольны. К слову, Василий Кузнецов не первый учитель, рискнувший перейти с подростками на понятный для них современный русский, нетипичный литературный. Здравствуйте, кадеты. Вот, собственно, я. 10-х учебных курсов педагог-организатор Дмитрий Анатольевич. И да, я мечтатель. Дмитрий Стефанишин из Краснодарского президентского кадетского училища еще в 2014-м начал временами проводить уроки речитативами. Лирика его хип-хопа, можно сказать, мотивирующая, про спорт и дисциплину. Дисциплина, и никак иначе, добиваюсь выполнения любой задачи. Педагоги старой закалки наверняка назовут все это ребячеством, но с другой стороны, что как не панчи этих учителей, яркие смысловые акценты, как сказали бы взрослые, могут сделать историю смуты или ту же кадетскую строевую рутину привлекательной для подростка. Константин Панюшкин, Мария Левченко, Анна Пузанова, Игорь Алексеев, Первый канал.